Всем добрый день. Идем на работу. Я сегодня плохо так поспала. Дэва, мама поя. Бенаки, Чарли. В гости пошел, наверное, к кому-то. Чарли, бенаки. Оге. Эсо. Вот. Плохо спала, потому что вроде как першило горло. Представляете, я всю зиму не болела. И как бы сейчас болеть очень как-то и не хочется. И вот я прислушивалась, болит у меня горло или не болит. Сегодня утром встала. Вроде бы не сильно болит, но так как бы першить начинает. И я, в общем, напилась, сделала себе чай с имбирем и мятой. И вроде бы ничего, нормально отошло. Но я с собой еще взяла. С собой взяла еще тоже имбирь, лимон, ромашку. Вот, чтобы убить на стадии зачатия, скажем так, болезни. Что-то, знаете, на весну-то как-то не хочется болеть. У меня всегда, знаете, болезнь начинается с горла. У меня не бывает гриппа, не бывает там каких-то. У меня сразу ангина. Причем ангина не просто, а ангина, как она называется, гнойная. Такая вот у нас болезнь. У брата моего, кстати, тоже такая же фигня. И, в общем-то, не хочется. Ну, я так посмотрела, она немного красная. А еще, знаете, пипец какой произошел. Чуть не обкакала сегодня. У машины есть, когда выезжаешь на основную дорогу, вот, есть такая точка, пункту Муэрты, как здесь называют, мертвая точка. Когда ты въезжаешь на основную дорогу, ни в зеркало, ни в одно, ни в другое не видно машины, которая едет по этой основной дороге. И вот у меня сегодня это произошло. Я хочу въехать на основную дорогу, причем по правую сторону стоят опять два полицейских. Вообще пипец. Но я на них ничего не смотрела, как всегда смотрю в зеркало боковое, заднее зеркало, нет никакой машины. И уже почти выезжаю и вижу вот так боковым зрением, что едет машина, представляете, я выезжаю на нее. Мамочки, чуть не обкакалась, вернее, я уже каканула, наверное, чуть-чуть. Я, естественно, сбавила скорость. Ну, я и не сильно летела, потому что, ну, как бы, выезжаешь-то не сильно на большой скорости. Вот. И он, естественно, бибикнул меня. Но вот именно эта точка была такая, что я не видела в зеркало ни в одно, ни в другое этой машины. Вот, уже 10 часов, а я еще тут убегаю. Вот так, представляете? Я, естественно, сбавила скорость. Он проехал, я тогда за следом. И как раз полицейские за мной поехали. Думаю, сейчас как они за мной. Ну, а с другой стороны, я же ничего не нарушила. Что им меня останавливать? И там такая была... Сейчас. Все. 10 утра, 10 боев. И там было такое... Участок, где ехать нужно было 60 километров в час. Я ехала 50, чтобы насолить этим полицейским. Они сзади меня ехали. Я говорю, еще вот гады, вы сзади меня поедете под 50. Но они меня потом обогнали. И все. В общем, вот такое вот у меня утро удалось. У нас в городе прохладно, ветер, а здесь тепло и хорошо. Странно. Я, видите, шарфик одела. Горлышко свое погреть. Но пойду старсинти. Но и манера. Здесь такая акустика классная, кстати. Можно петь хорошо. Ой, как пахнет апельсинами цветущими. Оля. Вообще прям не... аромат такой стоит, как жасмин. Прям пахнет жасмином. Сейчас у нас включат этот бассейн, этот, ну вот это, фонтан. Его обычно 10 включают. Ну вот, вот это прям цветет очень сильно. Я сейчас дверь открываю свою входную, и мне доносится вот этот вот запах этих апельсинов. Как вкусно пахнет. Хватит шляться, пойду на работу. Заехала в Lidl. Но мне я хотела купить вот это вот ополаскиватель для рта. Я его не очень люблю, как бы. Ну, он мне как-то сильно-сильно и прям потом во рту так становится слишком
термоядерно, что ли. Вот. Но когда начинается горло, начинает горло болеть, чего ты? Его, им полоскать очень вообще зашибись, потому что все бактерии убивает. И вообще, вот я, у меня пару раз так было, начинало горло болеть, я начинала полоскать, и у меня все проходило. Поэтому вот я из-за него купила листерины. Ну, а муж, да, полоскает постоянно. Но я, видимо, вчера глянула, у него закончился, а мне он ничего не сказал об этом. И вот такие витаминки я тоже купила, мультивитамины. Тоже лидлские, они не очень дешевенькие, конечно, ну, как говорится, нормально. Я просто уже курс пила хороших витамин. Еще 3 месяца не прошло, а там их нужно каждые 3 месяца пить. Так что попью вот эти. Сейчас пойду прополоскаю рот. Буду суп свой разогревать рыбный. Мы его неделю будем есть. У меня целая кастрюля. И все. Рыбку разогрею. Ой, рыбку. Супчик разогрею. Чай сделаю с лимоном и с мятой. И будем пить чай с лимоном, с мятом, с имбирем. Ну, вообще, вот сейчас вообще ничего не чувствую, что у меня что-то болит. У нас там приехал газ, машина с газом. Но я что-то не вижу шофера. Нам нужен один этот баллон с газом. Но я в упор не вижу шофера, чтобы ему крикнуть, чтобы он мне принес. Вот, видите, машина стоит. А в ней никого нету. Я уже минут 10-15 вот так вот стою, смотрю. И никого нету, чтобы крикнуть, чтобы он мне поднял один баллон. Не знаю, куда он делся. Был да весь вышел. Куда ушел? Пропал. Сегодня у нас безоблачно, но, знаете, не совсем тепло, как бы не весна. Прохладненько, я бы сказала. Я сегодня ходила в куртке, в такой, в шубе своей. И даже была застегнута, потому что совершенно не жарко. Вот куда он делся? Сейчас вот проворонил и уедет. Ну, ничего, потом на заправке купим. Куда-то делся и нету его. Пропал. А я все продолжаю пить чай. И этот у меня уже идет... Господи, как его называется-то? С... шиповником, шиповник, еще какая-то травка, не знаю даже, имбирь, как всегда, и лимон, без сахара. Я уже, наверное, неделю не пью, ну, в общем, пью чай без сахара. Только утром я кофе, ну, кофейный напиток, делаю с сахаром, потому что на завтрак я с тостом как-то не лезет. Не сладкий кофе, а чаи пью без сахара, потому что я в таком количестве их сейчас пью, что если я буду сахар добавлять, раньше сахарозаменителем пользовалась, но вы знаете, ну я пью штук, чашек, чашек 5 вот таких, вот представляете, про кружку, как, вот у меня море красивых таких чашек, думаешь, удобные, только это. Только это и ничего больше. Не знаю. Вот это вот моя самая любимая кружка. Я даже не помню, если честно, откуда. Мне кажется, муж подарил. Вот, а еще я нашла звездочку. Я ее с Китая заказывала. Она стоит копейки. И намазалась ею. Вы вообще пользуетесь звездочкой? Расскажите, правда ли, ну, там, действует она или не действует вообще? Не знаю, дает эффект или не дает. Я знаю лишь одно, что Чарли нравится звездочка. И он мне всю шею облизал. Ой, не могу. И вот я ей намазала крылья носа. Вот. Я не болею, но не хочу заболеть. Сказала мужу, чтобы он мне купил морскую воду, нос прочищать. Вы, наверное, заметили, я сегодня подстриглась. Ну, я сама... Как, меня сначала стрижет парикмахер. Ну, парикмахер это моя племянница. Или сестра мужа, они тоже парикмахеры, и мы делаем как бы, ну, я ей делаю милирование, стригу, укладываю, она ко мне приходит, она меня стрижет, в общем, как это, взаимопомощь, да, вот, ну, а потом через 2 недели просто беру машинку и ножницы и сама себя стригу, то есть, видите, вот тут немножко сняла, сзади сняла, вот тут вот,
чтобы вот это не топырщилось. Тут немножко тоже прошлась. В общем, сама себе подстригла. Так, что я хотела сказать-то, уже и не знаю. Ну, в общем, я вчера об этом все думала, но я одела свитер с горлом. И если бы я стриглась, волос бы попал на свитер, а свитер был шерстяной, ну, 50 на 50. И то есть он бы потом оттуда... Волос кололся бы, страсть как. А сегодня я нормально одела специально. И, знаете, я настолько думала об этой стрижке, что я даже ночью стриглась. Уже привыкла без сахара, нормально. Вот, сейчас пойду белье вешать, все никак не дойду. На улице ветер. Гулять не пойду, потому что, ну его нафиг, ветер, сопли. А у меня предстоит 2 дня полной работы, поэтому лучше... Чарли, конечно, жалко, скучно ему. Ну да ладно, переживет. Вот, лежит. Он у меня на крышу ходит по 15 раз на дню. А про 8 марта давайте я вам расскажу немного про 8 марта. У нас 8 марта не отмечают вообще. Да вы знаете, когда я прочитала, что же это за праздник на 8 марта, то и я тоже поняла, что нифига это не праздник. Я сначала удивлялась очень, знаете, что как это так? Это же международный женский день, как нам рассказывали в детстве. Ну как это так? Это же международный женский день, то есть наш праздник женский, да, и нам должны мужчины в этот праздник особо уделять внимание, дарить подарки, вот, и чтобы мы себя чувствовали женщиной. Когда я приехала сюда, я увидела, что никаких подарков здесь никто никому не дарит на 8 марта. Я уже говорила, испанцы вообще цветы очень редко кому дарят, женщине особенно. Вот, если их не приучишь. Ну, если только при рождении ребенка, и то не ахти. Ну, в общем, это уже отдельная история. Я тут смотрю многих блогеров в Италии, например, в Италии, по-моему, и то же самое, там тоже цветы не особо дарят женщинам, мужчины. Не принято. Но это опять не в тему. Вот. И я задалась вопросом, в чем же проблема? Почему не дарят? Почему мужчины не отмечают этот праздник как бы с женщинами, да, и не уделяют им внимания? И когда я прочитала, откуда взялся этот праздник, то я поняла, что это действительно не праздник женщин, а это день, когда женщины защищают свои права. Это в один прекрасный день, я не помню, 1800 каком-то году, просто женщина одна взяла, вышла на улицу и начала доказывать свои права, что она не хуже мужчин, что работает так же, а почему-то получает меньше, и, в общем, начала доказывать свои права, и к ней присоединились другие женщины, и вот оттуда пошло 8 марта. Если честно, я не помню уже, в какой это произошло стране, ну, где-то в Европе. Если кому интересно, можно забить в Google, и там все вылезет. И вот я когда начала задумываться, ведь действительно, вот благодаря этим женщинам мы имеем то, что сейчас имеем. Соседи, наверное, ходят. Чарли! В том плане, что, например, работаем работу одну и ту же, а получают женщины меньше, чем мужчины. Не в том плане, что вот я женщина, типа не показывайте, я все-таки за женственность, да, и за мужество. То есть, если мужчина сильнее, и бывает, хотя бывает женщины намного сильнее, да, и для них физический труд намного приятнее, чем другой. В общем, а бывают мужчины такие слабые, что. То есть все это индивидуально. Ну да, речь не об этом. В общем, одна и та же работа, а оплачивается она не так, как. Мужчинам платят, да, или есть работа, ну, допустим, раньше я вот вообще не представляю, несколько там лет назад, десятков лет назад, женщина, допустим, не имела права голосовать, это вообще, ты чувствуешь, как собака, что ли, как животное, как это так, не имела права голосовать, не могла водить машину, вы представляете, я сейчас не представляю, чтобы мне кто-то запретил водить машину. Это вот только подумайте, ладно там голосовать, то есть твоя, иди на кухню, твое место на кухне или как, а почему, кто сказал, что мое место на кухне, очень много мужчин-поваров
допустим, знаменитых, и готовят они намного лучше женщин. Очень много женщин, которые водят машины, водят автобусы, и водят они намного лучше, чем мужчины. Кто там ходит? В общем, я вот за это, там, а не то, что дверь открывать, допустим, перед женщиной. Вот я над этим вообще даже не задумываюсь, чтобы передо мной кто-то открыл дверь. Я над этим вот иду, допустим, с мужем, да, и чтобы он мне открыл дверь. Я даже не задумываюсь об этом, что он мне там дверь какую-то открыть должен. Я что, я сама, что ли, не в состоянии открыть? Или там, не знаю даже. Или мы едем куда-то в машине, и вести машину должен он. Почему, если мне очень нравится вести машину? Или вот много таких, не знаю, нюансов, что... И вот благодаря этим женщинам мы находимся и имеем те права, которые имеем. Еще много чего осталось. В Испании вообще очень много этих всяких феминистов. Даже сегодня целыми днями рассказывают о этих митингах, что завтра будут женщины... Женщины вставать и идти на всякие, как они, митинги, да? Я сегодня с мужем смеюсь, говорю, так, где мои цветы? Он мне на розу показывает, говорит, вон, говорит, она еще не завяла. Говорю, все, я завтра пойду на митинг и буду отвоевывать свои права. Ой, не могу, и смех, и грех, да, вот представляете? Поэтому что-то отмечать, как бы этот праздник... Не знаю, и дарить цветы только один праздник, 8 марта, а есть другие дни. А в другие дни я что, не женщина, тоже женщина. В общем, вот так вот. Поэтому не только... Это, мне кажется, вообще только в России отмечает 8 марта. Вот так вот, как будто это женский день, его нужно дарить цветы там и боготворить женщину. В Европе такого нету. Это, и вообще его называют Día de las Mujeres Trabajadoras, то есть это же день работающих женщин. Вот так. Так что, чтобы отмечать, мы его не будем отмечать. Да. Да. Хотя в Lidl привезли цветочки, я хотела купить, но что-то... Они там такие скутненькие, такие вяленькие, было очень мало и не очень мне понравились. Так что вот так. Ну, а вас всех с наступающим 8 марта, потому что это вот у меня такое мнение. Но когда я жила в России, я еще, помню, в школе, в детском садике, ну, это я еще не помню, конечно, в школе, там, где я училась, в колледже, в общем, мы там отмечали 8 марта, и нам просто никто не рассказал, что это день... В этот день нужно защищать права. Нам просто рассказывали, что это международный женский день, что в этот день все женщины отмечают свой праздник, что это нужно принимать цветы и все такое. Так что, дорогие женщины, девочки, бабушки, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю, чтобы у вас 8 марта было, ну, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю, чтобы ваши мужчины вам дарили цветы, если это вам нравится. Вот, ну и вообще, чтобы они замечали. Но если не замечают, то можно намекнуть так. Или просто нагло попросить. Дорогой, принеси мне коробку конфет, пожалуйста. Вот, потому что не обязательно цветы. Я вот не очень люблю цветы. Ну, больше даже в горшках. Поэтому я предпочту коробочку конфет. Так что, чтобы вам мужчины дарили там конфеты или что. Хотя, знаете, еще хочу сказать, столько мыслей в голове, что у меня все... Я не столько люблю принимать подарки, сколько люблю дарить подарки. Потому что подарки я сама себе куплю. Все, что мне нужно, я пойду и куплю. И чтобы вот это вот ждать от мужа, когда это он мне там подарит, допустим, те же самые букет цветов. Да я лучше вот пойду и сама его куплю, и не надо мне ничего ждать. Но дарить подарки... Кстати, за часами я опять не сходила. Твою дивизию. Блин. Подарок мужу вспомнила. Я ему как раз эти часы дарила. На какой праздник, уже не помню, по-моему, в прошлом году, либо день отца, либо день рождения. За батарейку отнесла. Ну, теперь уже все, теперь уже в понедельник пойду. Ну, твою дивизию вспомнила, представляете? Вот, люблю больше подарки дарить, чем принимать. Поэтому для меня, чтобы там, не знаю. Ладно, хватит тараторить, пойду белье вешать. Я уже искупалась, не стала наносить никакие маски ни на голову, ни на лицо, чтобы не сидеть
сырым с волосом. Хотя мне этот волос-то мало осталось. Ой, ну что-то осталось. Вот, буду с вами прощаться до завтрашнего дня. Подписывайтесь, кто не подписан. Всех дам поздравляю еще раз с 8 марта. Счастья, здоровья. И чтобы 8 марта было у вас всегда. Пока-пока всем и до завтра.